Территория машин. Всем привет! С вами «Территория машин». Программа об автомобилях, событиях и людях. Меня зовут Максим Колесников. Сегодня я расскажу вам о самой дорогой вести и самом безопасном «Аутлендере». «АвтоВАЗ» решил, что вест должно быть много и разных. Не секрет, что модель, что называется, пошла. Покупателям понравился новый подход компании как к постройке машины, так и по отношению к клиенту. Мультимедиа с навигацией, климат-контроль. Всех этих слов владельцы «Лады» раньше не знали. Ну, точнее, знали, что в их машинах этого нет. И хоть все это в нынешней продукции из Тольятти появилось, не хватало одной комплектации, в которой будет вообще все. Теперь такая комплектация будет. Называться она будет броско, но понятно, эксклюзив. Самое главное внешнее отличие – 17-дюймовые диски собственного дизайна с черными элементами. На кузове присутствует некоторое количество хрома, но самое главное все-таки внутри. Товарищи, автомобиль «Лада» получил кожаный салон. Земля столкнулась с небом, и теперь вам не придется покупать дермантиновые чехлы, выдавая их за кожу. На педалях в эксклюзиве алюминиевые накладки, а на панели приборов – вставки под рояльный лак. Кстати, именно на 17-дюймовых колесах «Веста» продается в Европе. Правда, она там стоит больше 10 тысяч евро, а у нас цена пока неизвестна. Единственное, о чем хочется попросить вазовцев, так это убрать эту странную, нелогичную, роботизированную коробку передач. Пожалуйста, ребят, уже даже «Алькантра» есть, а нормального робота нет. Дорогая версия появилась и у Mitsubishi Outlander. Она называется GT. И оснащается единственным мотором. Это 3-литровый V6 мощностью 227 лошадиных сил. Он работает в паре с автоматом, а привод, ясное дело, полный. Внешне это все тот же Outlander. Лишь шильдик на багажнике выдает в нем некоторый эксклюзив. Куда больше отличий внутри, и все они касаются безопасности. Здесь есть адаптивный круиз-контроль, система смягчения попутных столкновений, автоматический выключатель дальнего света и предупреждение о пересечении разметки. В общем, все, что нужно, чтобы было комфортно и безопасно. А чтобы так было, нужно 2 миллиона 289 тысяч 990 рублей. Это была «Территория машин». Не забывайте пристегиваться. «Территория машин».